Я один. Сегодня на вебинаре будет присутствовать Евгений Пронягин. Это второй основатель компании, который отвечает за техническую часть. И я вам скажу, что нам очень сильно повезло с этим. Почему? Потому что это классно, когда в основателях есть человек, который разбирается во всех технических моментах и которого не обмануть, да, то есть, да, то есть вот если бы я сейчас нанимал программистов, к примеру, да, они бы мне лапшу на уши навешали бы, потом в конечном итоге украли код, еще что-нибудь там, короче. Все, кто сталкивался с разработкой каких-то продуктов, я думаю, что понимает, о чем речь идет. Вот, но Женя не просто специалист в этой области, у него очень большая команда, которая в том числе и является подрядчиком у банка ВТБ. То есть представьте себе, команда, которая делает IT-продукты для банка ВТБ, создает наш ракетон. Друзья, подумайте о том, какого класса специалисты здесь работают. И самое главное, конечно же, что мы живые люди, да, то есть и мы показываем себя, и многие из вас знают нас не только онлайн, но и офлайн, да, то есть мы уже побывали там в некоторых городах, да, то есть мы познакомились со многими лично. Вот, а с 2020 года мы создавали проекты, создавали продукты, и два проекта, две компании, которые мы создавали до этого, они живы по сей день и приносят деньги, да, то есть и мы не создаем какие-то, знаете, скамины, скам-продукты, скам-компании, которые там живут неделю, месяц и так далее. Нет, то есть мы не про это немножечко. Я объясню, почему мы сейчас создаем ракетон, да, то есть и в чем его идеология. Те два продукта, те две компании, которые мы создавали до этого, один работает в долларах, другой работает в рублях. И, к сожалению, это фиатные деньги, которые не позволяют нам масштабироваться на весь мир. У нас есть амбиции, чтобы выскочить на весь мир и показать, да, то есть вообще силу продукта, да, то есть показать нашу идеологию и наши ценности на весь мир. Прогреметь, так сказать, вот, чтобы про нас там, я не знаю, в институтах экономики разбирали нас и показывали о том, что, блин, нифига, смотри, как это все работает, оказывается. Вот, поэтому очень важно было иметь, как сказать, ту платежную систему, которая бы работала во всех странах. Когда мы работаем с фиатными средствами, да, то есть не все платежные системы могут работать даже в странах СНГ, да, то есть у нас постоянно проблемы, то с Арменией не могут оплатить, то с Казахстана не могут оплатить. Вот. Если мы говорим уже про весь мир, то это вообще беда будет, то есть то платежные шлюзы отлетают, да, то есть и вот эта проблема с платежными системами не давала нам и держала нас в определенных рамках. И когда я вам вначале, да, сказал о том, что мы еще не стартанули, у нас уже международное сообщество, международная компания, да, то есть, и это действительно так, потому что не только, да, то есть, вот интернет позволяет нам стереть границы, да, то есть, но и криптовалюта позволяет нам стирать границы между странами и создавать международный продукт и масштабироваться очень быстро. Я прекрасно понимаю, в какое время мы живем, да, то есть, мы живем в очень быстрое время, и всем нужно быстрые деньги, быстрые знания, да, то есть все очень быстро происходит. И у нас как раз такой продукт. И масштабироваться мы будем очень быстро, потому что он в том числе является очень вирусным, потому что вся его идеология направлена, чтобы новичок, который еще не получал своего первого результата в интернете, да, то есть чтобы он его получил. То есть идеология очень простая, чтобы люди, которые пришли в интернет заработок или вообще в целом узнали, что такое криптовалюта, да, то есть они уже заработали и получили свой первый финансовый результат. И это будет их первый опыт, который позволит им, да, то есть пройти вот этот путь от новичка до профессионала. Да, то есть не сразу там с каких-то ошибок, потерь денег и так далее, то есть с классного, качественного продукта, который мы сейчас создаем. Сразу говорю о том, что мы создаем продукт в долгосрок, мы сюда вкладываем огромное количество денег, времени, усилий, своей любви, да, то есть потому что я каждый день, я не знаю, как мантру начинаю, и Жене в Телеграме говорю: Женя, я тебя благодарю, что ты есть, я говорю, я кайфую со всего процесса, блин, я так обожаю наш продукт, который мы сейчас создаем. Потому что, ну, это действительно, это вопрос амбиций, как бы, и у меня, и у Жени, и нам сейчас нужны лидеры в разных городах, регионах, которые будут представлять наш продукт, за который вам точно не будет стыдно. Я вам скажу, что мы на старте уже технически, я не знаю, опережаем все вот эти вот компании, которые там, я не знаю, создавались там год, два, три, пять лет назад и так далее. То есть, что будет дальше, вы даже не представляете. То есть, технически мы будем расти, да, то есть, усиливая наш продукт, нашу ценность с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем. То есть наша ценность будет расти. И всегда, да, то есть у человека будет возникать эффект вау.
Да, то есть вот, вот, это, вот это искренний эффект вау, который будет масштабироваться очень быстро. Да, то есть что это значит? Это значит, что человек зашел, допустим, купил подписку за 5 тонн коинов и зашел в раздел обучения, и у него такой эффект вау. Да, то есть сейчас понятно, там у нас 4 курса, мы стартуем с 4 курсов, каждый месяц будем выкладывать по 2 новых курса, да, то есть, и я не знаю, через год, представьте, подписка осталась там все так же, там в пределах, там, условно, 10-20 долларов, да, если курс не сильно вырастет, вот, а человек будет получать за маленькую ценность, ну, то есть за маленькие деньги большую ценность будет получать, это же вау-эффект, 100%. Или он пришел в маркетинг, да, то есть купил подписку, и тут же оказался еще в маркетинге, то есть он не просто заплатил деньги, да, то есть они ушли кому-то куда-то, да, то есть он стал участником партнерской программы, и он только начал изучать продукт, и уже бах, там, день, два, три уже отбил свои деньги. Это ли не эффект вау? То есть представляете себе, как можно масштабироваться с таким продуктом? Конечно, у нас в приоритете новички, то есть чтобы все новички получали... думаешь, слышно меня будет? Все новички... получали свой первый финансовый результат, вот, опять вода, вот странно, да, то есть даже бессмысленно тратить время человеку, у которого даже не было времени, да, то есть или мозгов написать свое имя, то есть просто буква Q, я не понимаю, вот, поэтому, друзья мои, все те продукты, которые мы создавали, они живы, живут и работают, и будут работать дальше, но у нас сейчас новый level up, новый уровень, который мы себе ставим, да, то есть и готовы масштабироваться на весь мир с нашим продуктом. Ракетон базируется на монете Тонкоин. Это официальная монета Телеграма. Официальная монета Телеграма. Знаете, когда-то Kiwi кошелек, да, стал для меня таким, я не знаю, входом в электронную коммерцию, да, то есть не нужно было банки, банковские карточки заводить, еще что-то. Просто твой номер телефона превращался в Kiwi-кошелек, да, то есть где ты мог что-то покупать, кому-то переводить, принимать деньги и так далее. Твой номер телефона. И у тебя доступ к электронной коммерции. И сейчас времена меняются, да, то есть и, по сути дела, ваш номер телефона дает вам доступ к криптокоммерции. То есть все, что вам нужно, чтобы иметь криптокошелек, достаточно в Телеграме, да, то есть открыть валет-кошелек. Да, и все, и Telegram теперь, по сути, является таким криптокошельком, где вы можете, соответственно, покупать криптовалюту, обменивать криптовалюту, переводить криптовалюту. Согласитесь, это вот очень удобно, да, то есть и для больших сумм, да, то есть, конечно, созданы более безопасные кошельки, но в целом, да, то есть это классное время, в которое мы живем, да, то есть и классные технологии, которые сейчас развиваются, и в монету Тонкоин, да, то есть мы прежде всего также идем за Павлом Дуровым, да, то есть человек, который основал социальную сеть ВКонтакте, мессенджер Telegram, он прежде всего визионер, да, то есть и мы верим, да, то есть не просто верим там в монету, да, то есть мы верим в человека, который стоит за этой монетой и прекрасно понимаем, что это человек про будущее, да, то есть и смотрит в будущее и, да, то есть, как сказать, он думает про пользу, да, то есть вот самое главное, чтобы была ценность, была польза, да, то есть и тогда будет спрос, вот, то есть и... Это не просто, знаете, там какие-то монеты, которые, я не знаю, появляются каждый день. Вот, это немножечко про другое. Вот. Тон – это технология, да, то есть это блокчейн, который сейчас является одним из самых конкурентоспособных. Вот. Те блокчейны, которые писались там 5 лет назад, 10 лет назад, конечно, они уже устарели. Там низкая пропускная способность, там большие комиссии за переводы. Вот. А то, что создается сейчас, конечно, на голову выше. Вот вопрос, когда это примет уже массовую форму, да, то есть когда огромное количество разработчиков, которые сейчас появляются на этом блокчейне, будут писать и создавать новые продукты, и спрос на эту монету будет расти. Мы скидывали информацию, да, то есть уже для правительств делают отдельные блокчейны для разных стран, и, друзья, хотите вы этого или нет, но монета Тон будет расти очень сильно. И у вас сейчас есть уникальная возможность заработать эти монетки с помощью нашей платформы, да, то есть с помощью нашей компании Ракетон вы сможете зарабатывать десятки, сотни тысяч этих монет и даже миллионы этих монет. И, соответственно, у вас будет всегда возможность эти монеты поменять на
фиатные деньги, да, то есть закрыть какие-то свои потребности, долги, ипотеки, еще что-то, да, то есть либо вы можете держать эту монету и ждать, когда она даст хорошие иксы, зафиксировать эти иксы, да, то есть и стать финансово состоятельными людьми, да, то есть и уже не просто там закрыть потребности по пирамиде Маслоу, да, но все-таки уже мечтать о чем-то большом. Криптовалюта позволяет это делать, потому что я много раз приводил примеры о том, что, ну, монеты, за которыми стоят технологии, это в среднем там 100 иксов в течение года. Solana, DOT, посмотрите, да, то есть это сумасшедшие иксы с низкого старта. Вы можете более подробно познакомиться с нашей презентацией, с нашей компанией по ссылочке, да, то есть что у нас есть по ссылочке, в описании к видео есть наш телеграм-канал, там вся информация есть. Также на YouTube-канале есть видеоролики, записи, вы можете посмотреть более подробно. Вот сейчас давайте, уже почти 1000 человек, можно переходить ближе к делу. Мы сегодня с вами собрались здесь, чтобы, соответственно, обсудить запуск, обсудить дату старта. Вот. И сейчас я вам скажу, по какому алгоритму мы будем запускаться, и объясню, почему этот алгоритм просто божественный. Так, а мне нельзя сделать, да? Он перезагрузить попросит. Ух ты. Да. Интересно. Интересно, у меня Он не сделает ничего. Да. Друзья, к сожалению, не сможем сделать демонстрацию экрана, потому что нужно будет перезагрузить Chrome с рестримом, и мы просто дальше не подключимся. Вот, печаль-беда. Печаль-беда. Ладно, вкатывайся тогда уже. Раз уже засветился. Так, друзья, прошу любить и жаловать. Всем привет. Да, эти, как сказать, два... Фантазера. Не-не-не, я забыл, как называется. Сказка наша была. Двое из ларца одинаковых с лица, знаешь. А вы за меня еще пальцы загибать будете? Да, будем. Да, примерно так и будет, друзья. То есть будет огромная система автоматизации. И действительно, я не знаю, 60%, 50% результата, который вы будете получать, да, то есть мы будем делать с помощью автоматизации. Вот, Евгений Пронягин является техническим директором, да, то есть который будет отвечать, чтобы у нас все работало как часы, чтобы не было никаких проблем. Человек, который, знаете, не на словах, на деле показал, что он профессионал. Те, кто с нами с 2020 года, да, то есть прекрасно знают, как нас и додосили, и ложили, да, то есть и ничего страшного, да, то есть самый страшный, я не знаю, самое страшное было, это когда в 2021 году, по-моему, нет, в 2020 году, когда нас слили на сайт хакеров, на форум хакеров, да, то есть они просто по фану, по приколу просто заходили и испытывали нас там, я не знаю, на прочность, а вот, и огромная группа хакеров заходила, ломала нас, ничего страшного, выстояли, да, то есть и... Было забавное время, мы даже переписывались с некоторыми хакерами и пытались как-то найти компромисс, потому что они не могли ничего толком сделать, но при этом создавали излишнюю нагрузку. Вот. Да, ребят, всем привет. Вижу знакомые имена, лица. Очень рад вас видеть. Я достаточно редко появляюсь в эфирах, потому что очень-очень-очень много работы, особенно перед запуском. Но Коля сказал, Женя, надо. Вот. Поэтому сегодня я здесь. Да, вы должны быть уверены в том, что мы технически готовы ко всему, абсолютно ко всему. Нам не страшны вот эти вот, соответственно, хакерские атаки, DDoS-атаки, еще что-то. То есть, если у нас что-то ломается, это очень быстро чинится, да, то есть нет такого, что где-то в IT-продукте что-то не сломается, да. Я не знаю, всегда есть, да, и, я не знаю, любая операционная система всегда выпускает новые обновления, потому что в старой операционной системе всегда есть какие-то баги, косяки, да, то есть поэтому это нормально, вот, и где-то если со старта будут вылазить какие-то баги, это тоже ничего страшного, это будет правиться очень быстро команда Евгения, вот, поэтому это нужно учитывать, друзья. В чем преимущество, давайте я вам скажу, в чем преимущество иметь такого партнера в бизнесе, именно партнера. Я говорил, то есть как я пришел к тому, что нужно создавать что-то свое. И как мне повезло с тем, что я встретил Женю на своем пути, и, да, то есть это человек, который такой, ну, во-первых, понимает с полуслова, во-вторых, человек, у которого есть чувство вкуса, да, вот, и который, ну, такой, блин, не надо ничего объяснять, он все сам делает. То есть я был в огромном количестве компаний, в огромном количестве компаний. И что с этими компаниями было? Правильно, они закрывались, да, то есть то зайдешь в одну компанию, создашь команду большую, то украдут деньги, то хакерская атака, то взломали, то просто закрылись, то просто админы украли деньги, то еще что-то. Постоянно компании закрывались, и в какой-то момент я плюнул, да нафиг это надо. Если я готов создавать большие команды и вести за собой людей, почему я должен ставить свою репутацию, надеяться там на какого-то админа, да, то есть
который даже своего лица порой не показывает, что во многих компаниях админ даже своих лиц не показывает. Да, то есть, ну как с такими людьми можно доверять или работать, или так далее, то есть выстраивать партнерский бизнес прежде всего. Вот, поэтому было принято решение, то, что создавать что-то свое, что-то такое, за что не будет стыдно, да, то есть пригласить друзей, знакомых и рассказать, что это твой продукт. Поэтому здесь это очень круто, да, то есть, что вот мы технически защищены от всего, что можно. Вот. Но это не звучит как вызов, надеюсь, там, для людей, кто там сейчас вдруг хакеры смотрит. Нас ровно 1000 человек, я вас поздравляю всех. Так, у нас дата запуска, к сожалению, мы не можем сейчас делать демонстрацию экрана, я вам покажу так. Какой алгоритм у нас? Какой у нас алгоритм? Сегодня 12 число. Сегодня 12 апреля. Завтра, не сегодня, друзья, не сегодня. Мы сегодня еще дотестируем все, доделаем, до ума доведем. Завтра в течение дня на канале будет новость. Это может быть в 12, в 2, в 3, в 5, в 7. Время не имеет значения. На нашем телеграм-канале будет новость о том, что вы можете пополнять кабинет. Также будет инструкция, как это сделать. Соответственно, вы сможете уже пополнить кабинет и увидеть в своей команде, а кто у вас условно пополнил, да, то есть и уже можете что-то смотреть, да, то есть на какую-то сумму рассчитывать, какие-то стратегии выстраивать, еще что-то. То есть это позволит вам уже получить первую информацию в своей команде. Поэтому завтра появится возможность пополнить свой кабинет, чтобы потом произвести быструю оплату, да, то есть чтобы не тратить на это время. Поэтому завтра, 13.04, будет возможность пополнять кабинет. Дальше поехали. 15.04 мы даем возможность активировать уже столы 12, 11 и 10. Соответственно, 16.04 столы 9, 8 и 7. 17.04 стол 6, 5 и 4. И 18-го стол 3, 2 и 1. То есть весь наш запуск пройдет в 4 дня. То есть в 4 дня, в 4 этапа. И здесь нет абсолютно ни одного минуса. То есть вот чтобы вы понимали, мы люди, которые запускали, уже знаем этапы предстарта. Сделали анализ конкурентов, да, то есть понимаем, как это все работает. И здесь нет ни одного минуса, есть только одни плюсы. Какие плюсы здесь есть? Первое, распределение нагрузки. Часто такое бывает, когда сетевая компания запускается, мы сами через это проходили, многие помнят, когда, не знаю, там в 19.00 все нажимаем кнопку, кто быстрее заскочил, того и тапки. На выходе получаются перегруженные сервера и много недовольных. Мы решили от этого уйти. Мы берем по этапам. Сначала ребята, кто готовы заходить на большие столы для того, чтобы помогать новичкам, потому что, как вы знаете, если вы уже изучили маркетинг, то на высоких столах там большое количество клонов, которые будут толкать новичков. Второй этап, второй момент важный. Это важно понять сейчас. Не нужно бежать, спешить быстрее, 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 потому что у всех будет время на остановку своих личников. Когда человек покупает стол, у его спонсора есть 24 часа на то, чтобы оставить его, куда ему необходимо. Если у спонсора не активирован стол, спонсор за эти 24 часа может активировать нужный ему стол и спокойно расставить личника. Не нужно никуда торопиться. Мы убираем полностью спешку. Вы можете спокойно подумать, запланировать стратегию, по которой вы будете заходить, и осуществить это. И еще важный момент. Ребята, кто уже знал о том, что мы будем запускать по этапам, задавали вопросы. А что будет, если я захожу по стратегии, например, там 1-5, и у меня не будет стола 2, 3, 4? И также мои люди будут также заходить по стратегии 1-5. И я буду терять людей на столах 2, 3, 4? Ответ нет. Когда вы заходите по стратегии 1-5 и, например, там, на третий день доступен покупке пятый стол, но недоступен третий, второй, первый, вы спокойно покупаете себе пятый стол, ждете, когда активируется первый. А тогда, когда мы будем открывать их, те клоны, которые у вас появились, в результате того, что, допустим, у вас там в пятый стол в левую ногу кто-то встал, у вас появились клоны на первую, вторую, третью. Первую, вторую, третью комнату. Да.
по одному клону выставиться в каждую из комнат. Таким образом, у вас будут клоны во всех этих комнатах, и вы не потеряете переливы, вы не потеряете свои структуры, и вы сможете позже выставить своих личников так, как вам нужно, за 24 часа. Простыми словами, все будет максимально справедливо. Не будет такого, что там условно зашел лидер, от него сразу же выстроилась юбка клонов и так далее. Вы поймите, не нужно бояться вот эти юбки заполнения тринара, да, то есть и так далее. То есть не нужно бояться, потому что система умного клона всегда закрывает новичка. Всегда закрывает новичка. И здесь идеология следующая. Команда толкает лидера. От лидера вылетает огромное количество клонов, которые закрывают, соответственно, новичков. Поэтому здесь идеология следующая. Новички должны стать профессионалами, да, то есть и идти на более дорогие площадки, да, то есть двигаться по более дорогим комнатам, чтобы от них в том числе вылетали огромное количество клонов. То есть простыми словами, друзья, здесь можно, да, то есть был вопрос, то можно ли заработать на пассиве, здесь можно заработать на пассиве, да, то есть вас так или иначе закроет. Вам сначала, да, то есть на более дешевых площадках К1, К2 будет закрывать полностью, да, то есть в первой площадке 2, во второй 3 вы будете получать клон, который тоже будет закрываться, да, то есть переливами он будет закрываться, вот, но уже в другой последовательности, но он тоже будет закрываться. На более дорогих столах вас сначала, то есть, как сказать, оплатят, так сказать, да, у вас клоны от наставников будут идти в левую ногу, в денежную ногу, где вы будете получать еще клоны и денежные выплаты, соответственно, потом, да, то есть все равно так или иначе система клонов будет перекрывать и полностью закрывать ваши столы, да, то есть чтобы вы двигались. Вот, поэтому здесь все взаимосвязано, и не нужно бояться там, что там кто-то не отобьет свои деньги, еще что-то, да, то есть на дистанции, да, то есть у нас не будет людей, кто что-то потеряет, да, то есть будут люди, кто только заработал, вот, то есть, ну, важно понимать, что дистанция это условно там месяц, два, три хотя бы, да, то есть побудьте с нами вот сейчас на одной волне три месяца, и вы не представляете, как кардинально может измениться ваша жизнь, просто даже не представляете. Вот три месяца вместе с нами, да, то есть одной большой командой мы просто катнем этот мир как надо, да, то есть люди делятся на два типа, которые говорят, куда катится этот мир, и те, которые катят этот мир. Так вот, давайте будем теми, кто будет катить этот мир. Еще раз давайте быстренько, коротко пробежимся. То есть мы делаем запуск поэтапно по одной простой причине, что первое, самая основная причина, я вам скажу, нам нужно еще чуть-чуть времени, чтобы допроверить, доапгрейдить и проверить. Ну, то есть, первое впечатление его не вернуть, понимаете? Если со старта будут какие-то проблемы, да, то есть технического характера, ни к чему хорошему это не приведет. То есть сразу же количество каких-то отзывов от хейтеров и так далее, то есть которые что-то там, знаете, огромное же количество людей наблюдать будет. Это сейчас самые смелые, самые сильные будут, соответственно, заходить и, да, то есть не бояться, да, то есть осознанно заходить. Огромное количество со стороны наблюдает, да, то есть и они же так будут ждать, когда мы, извините за выражение, обосремся, чтобы написать что-то в комментариях где-то, да, и так далее. То есть, вот так пошло. Нам-то все равно, то есть мы исправимся, как бы, ну, и пойдем дальше. Но просто мы хотели запуск делать чуть позже. Так как у нас сейчас зашло огромное количество лидеров, у которых большие команды, они давайте быстрее, давайте быстрее, давайте быстрее. Мы говорим, окей, давайте мы запустимся тогда с более дорогих столов. Это позволит нам, первое, грамотно распределить все силы, да, то есть никого не обидеть, все будет максимально справедливо, никто никого не обгонит, да, то есть и здесь как бы, ну, все будет, ну, в рамках правил, так сказать. Вот, поэтому еще раз, вы можете покупать, к примеру, давайте еще раз просто приведу пример. Если вы двигаетесь командой по стратегии 1.12, у вас первый стол, то есть подписка покупается сразу, то есть у нас оплата будет происходить в два этапа. Первое, сначала покупается подписка, первый клон, соответственно, но он не будет выставляться сразу, то есть он выставится только 18 числа в общую систему, да, то есть, но он будет уже учитываться, что он у вас куплен. И дальше вы покупаете то количество комнат, которые вы хотите, да, то есть, соответственно, если вы заходите по стратегии 1.12, под вами появился человек, который тоже зашел на 1.12, и там, по сути дела, вы получаете клон на 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 стол. То есть вам их не нужно уже покупать, они у вас и так откроются. Так вот, когда, условно, 16-го на следующий день мы откроем стол К9, К8, К7,
вам уже не нужно там будет покупать, у вас уже будут стоять клоны, и ваши наставники увидят то, что вы купили эти комнаты, и им придет уведомление, что не упусти возможность, да, то есть активируй эту комнату. И если ваш наставник активирует, да, то есть, то вы пойдете под него, соответственно, вот это важно понимать. Если ваш наставник не активирует, вы идете выше. В чем преимущество больших комнат? Здесь нужно понимать, почему на большие комнаты выгодно заходить. Я вам скажу из личного опыта. Потому что во всех комнатах это общий тренар. То есть общий тренар. И здесь можно получить перелив снизу, я это называю. Точнее, перелив сверху или снизу. Не знаю, сейчас подумаем сами. Но логика в чем? На больших комнатах перемешиваются все команды. То есть самые сильные, самые активные, они не топчутся на маленьких площадках, не крутятся на маленьких площадках, они сразу же улетают на большие площадки. Апгрейдами, покупками, выталкиванием команды, неважно. Но они все на большие площадки уходят. Минуя зачастую своих спонсоров, которые тихони, которые не хотят активировать, которые там что-то думают, сомневаются, да, то есть им дают 24 часа. Нет, все, там на 3-4 уровня наверх, на 3-4 уровня наверх. Да, то есть, и что может сейчас произойти? Вы можете быть там в 30 уровне глубины, в 40 уровне глубины. То есть вот 40 уровней, представьте, выше вас 40 наставников находится. Такое тоже может быть. И вы активируете 12-ю площадку, к примеру, себе. И никто из этих 40 наставников не активирует себе 12-ю площадку. Что происходит? Вы улетаете на самый верх. И когда они рано или поздно будут приходить апгрейдом, а они придут так или иначе из этих 40, как минимум половина дойдет. Да, то есть до 12-й площадки, да, то есть, и как минимум у этой половины, да, еще, я не знаю, там 2, 3, 5 клонов, да, то есть в зависимости от их активности будет доходить до этой площадки. И с большой вероятностью, что все эти наставники, да, то есть, которые были над вами, да, то есть, и на более дешевых они как бы над вами и будут, да, то есть, но на более дорогих они с большой вероятностью будут попадать под вас. И так или иначе, на больших площадках вас закроет, потому что так, там тоже общий тренар, и он закрывается равномерно, да, то есть по системе умного клона. Как работает маркетинг, мы прекрасно понимаем, что сложно объяснять вот так на пальцах. Сейчас, когда мы запустимся, у нас уже будут живые примеры, где мы можем показывать наглядно, как, что, то есть, но... Кроме того, у нас будет видео, которое будет объяснять, как работает маркетинг, как работают переливы, и так будет проще, когда это будет графически отображено. Сейчас просто посмотрите презентацию. На презентации есть объяснение, как это будет работать. И в ближайшее время мы выпустим видео, где будет детально все понятно, разжевано по полочкам. Там сейчас ты, пока, Коль, ты рассказывал, я читал комментарии. Давайте сейчас проведем маленькую такую переписку. Вот, ребят, кто с нами уже не первый год? Поставьте оценочки от 1 до 10, насколько вы довольны нашей работой, насколько вы довольны с вашими заработками. И вообще поставьте плюсики, кто заработал с нами деньги. И, не знаю, поставьте минусы, если... Неважно, не ставьте минусы, просто ставьте плюсы и десятки. В общем, давайте, да, дайте нам понять. Ну вот, в принципе, все, понеслось. Я это хочу показать новичкам, тех, кто нас не знает. И там был комментарий, что если деньги не выводятся автоматом по смарт-контракту, а выводятся по кнопке на сайте, то это мимо. Ребят, важно понимать то, что в первую очередь нужно смотреть на репутацию человека. Если человек из года в год делает результат, помогает тысячам людей заработать денег, а мы действительно помогли там, десяткам тысяч человек, то наша репутация важнее, чем какие-то деньги. Мы финансово обеспеченные люди, кому важно сохранить свою репутацию. Поэтому однозначно мы на долгосрок, мы не планируем там, делать какой-то скам-проект, как это было вот буквально 2 недели назад, когда очень много людей попало во всем известный проект. Мы хотим сделать действительно качественный продукт, в котором есть обучение различным навыкам, есть возможность заработать хорошие деньги на хорошей монете. И мы сделали упор на том, потому что по нашим прогнозам, по той информации, которая у нас есть, в ближайший год тон может стоить минимум $10. Соответственно, вы просто зарабатываете тонны, держите их, и через год вы нам спасибо скажете. Но еще раз, по поводу децентрализации и так далее. Вы будете в кабинете видеть,
сколько у нас аккаунтов в Тринаре. Да, то есть мы это вообще никогда не скрывали. Запуская даже первую долларовую матрицу, у нас были партнеры, которые зарабатывали в матрице больше, чем мы. Вот, вот в этом прикол, в этом суть маркетинга, что любой из вас может заработать больше, чем мы. Понимаете? В маркетинге. И вы будете видеть все. Вы будете видеть каждую выплату. То есть вы технически все это будете, ну, то есть видеть. У нас просто вот вывод вручную. А так все автоматом делается. Но открыто и видно. Видно, кто стоит за этим аккаунтом. Имя, фамилия, кто наставник. Вы это все будете видеть. Понимаете? Что в ваших смарт-контрактах? Вам лапшу на уши вешают, а вы ведетесь просто. Любой смарт-контракт можно вкрутить. Если этот смарт-контракт не прошел аудит у какого-нибудь сертика, допустим, да, то есть компания, которая проводит аудит, то всего скорее, с большой вероятностью, это мошеннические, в которые можно всегда вписать все, что угодно. В любой алгоритм можно вписать все, что угодно, понимаете? Всегда оставляют лазейку, да, то есть если запускают монету, чтобы потом забрать ликвидность обратно, да, то есть если там запускают маркетинговые какие-то моменты, чтобы можно было дописать код и изменить какие-то моменты, понимаете? Вы не видите, когда идет смарт-контракт, вы не видите, на какие кошельки уходят деньги, понимаете? Вы видите, о, деньги уходят в сеть, но на какие кошельки они уходят? Вы, у админов может быть сотни кошельков, тысячи кошельков, понимаете, в этом смарт-контракте. А вы будете думать о том, что вы, нету физического, да, то есть никакого. У нас хотя бы номера телефонов, люди социальные сети привязывают, вся команда ее видно, как, ну, то есть фотографии привязывают. Все это видно наглядно, понимаете? Вот где правда? Там, где прозрачно, и там, где живые люди, которые не прячутся за экраном, да, то есть за какими-то фейковыми моментами, у которых все прозрачно, вся система прозрачна, есть репутация больше 2 лет, мы каждый день выплачиваем партнерскую выплаты, да, то есть сотни миллионов рублей выплачены, да, то есть и люди, которые переживают за свою репутацию. Или люди, которые написали смарт-контракт, в котором можно воровать деньги у других пользователей, да, то есть вообще просто легко. И как бы не париться. Давай расскажем про пассив. Очень много ребят в комментариях пишут, я сейчас читаю, что расскажите про пассив, как можно заработать. Давай еще раз объясним. Объясняй. Давай. Ну, логика в чем? Смотрите. Допустим, вы заходите на стол К1К2. К примеру, вы заходите на стол К1К2. Сколько это тонов? 8 плюс 5, там, 13 тонн коинов вы платите. Что происходит? Система умного клона сразу же вас начинает заполнять. То есть от 3 вышестоящих наставников под вас летят клоны, соответственно, и закрывает вас. Вы уходите апгрейдом на 3-й стол. То есть у вас автоматически открывает 3-й стол. На 3-м столе вам от наставников также летит клон в левую ногу. Плюс дальше система начнет вас заполнять уже равномерно, то есть не в рамках, а приоритета. То есть сначала вы в приоритете, да, то есть вы как VIP-клиент условно в этой матрице, то есть все, VIP-клиент. Как только вы получили, соответственно, в левую ногу, где выплата, где клоны, соответственно, все, у вас уже теряется приоритет, вы из VIP превращаетесь в стандарт, да, то есть клиента, и уже ждете свою очередь в рамках всей очереди, которая есть, да, то есть сначала будут заполняться по уровням, и возможно, что вы в каком-то, в 4-м ярусе будете находиться, и вас система тоже дозаполнит, то есть большой вероятностью со временем вас на 3-й игровой комнате тоже закроют полностью. У вас... Это значит, что вы получите выплату, то есть вы не приглашали, но вы получили выплату, и вот это важно понимать. То, что система умного клона будет закрывать так или иначе вам ячейки в столах, и вы будете получать выплаты. И даже на примере вот этих 3 комнат, условно, вы инвестировали 15 тонн коинов, а в итоге получите на выплату там с 3-го 16 плюс 4, 20, так, 16 с 3-го плюс 4, да, получается 20, плюс еще у вас будет создаваться большое количество клонов. Но куда полетят эти клоны? То есть смотрите, мы толкаем пассивчика, то есть мы сейчас, я говорю про лидеров, мы толкаем пассивчика вперед, мы под него закрываем, и наши клоны встают под пассивчика. Но смотрите дальше, когда пассивчик толкается на более дорогие площадки, что происходит дальше? Ему тоже даются клоны. То есть когда под него встает, да, то есть занимается место, ему даются клоны. Куда эти клоны летят? Если они летят, да, то есть в его тренар, они летят под наших клонов. То есть, по сути, толкая пассивщика, он создает клоны, которые закрывают наши же клоны. Понимаете? То есть, это взаимовыгодная такая штука. Мы не сразу вообще об этом подумали, но когда осознали, что мы сделали, мы просто офигели. Что даже если у тебя в команде есть пассив, для многих это
ну, такой минус, да, все хотят создавать активные команды, и мы тоже за активную жизненную позицию. Но даже если у тебя есть пассивщик, все равно он так или иначе будет толкать тебя. И в этом офигенный плюс этого маркетинга. Поэтому, ну, я честно говорю, мы создавали маркетинг, когда еще смарта не было, да, то есть, который вот сейчас зашел, но я даже не понимаю, какого отношения он к матрицам имеет. То есть многие смарт-контракты, которые запускаются, там даже, ну, то есть там матрицами даже не пахнет. Это маркетинги очереди, да, то есть, которые живут там 1, 2, 3 неделю там максимум, понимаете? Вот, мы говорим про матрицы в чистом виде, про экологию, экологичность должна быть, понимаете? Чтобы любой человек в любой момент мог повлиять на свой результат. Да, то есть не быть зависимой от толпы, да, то есть, а сам мог повлиять на свой результат в любой момент и заработать ровно столько денег, сколько вы захотите. Вот если я захочу заработать, условно, там, я не знаю, там, 1 000 000 рублей, да, то есть, ну, это несложно сделать. То есть я могу просто поставить себе цель, написать план, да, то есть написать задачи, что мне для этого нужно, и все. И поехали, что мне для этого нужно, да, то есть вот я сейчас на скидку просто даю там, ну, 1 000 000 рублей, там, пускай там 10 тысяч долларов, да, 10 тысяч долларов это там 20... Сколько получается? 20 тысяч? 5 тысяч. 5 тысяч тонн коинов. 5 тысяч тонн коинов. Ага, смотрю на маркетинг, что мне нужно. Посчитал, какое количество на каких людях надо. Угу, супер. Взял бота, допустим, вот которого мы дадим вам готовые воронки. То есть классные видеоролики уже записаны. Мы сейчас собираем из этих видеороликов ботов автоматизации, да, к примеру. Все, супер. Взяли бота, к примеру. Зашли в социальную сеть ВКонтакте. Настроили рекламу. По курсу, то есть будет обучение, курс, как это сделать. Соответственно, настраивайте рекламу, привязывайте этого бота, все, тратите 1 000 рублей, зарабатывайте 3 000 рублей. То есть так работает реклама, понимаете? Реклама – двигатель любого бизнеса. Потратили 1 000, получили 100 заявок в этого бота, из них там, я не знаю, 20 человек заинтересовалось, 10 человек, соответственно, прошли регистрацию, 5 человек оплатило, в итоге внутри системы вы отбили рекламу, еще заработали там плюс 1 000, плюс 2 000 рублей, все. То есть сложного ничего нету, да, то есть разные моменты, разные схемы мы будем показывать. И самое это главное, вы должны понимать, что мы же сообщество, и мы будем делиться друг с другом фишками, лайфхаками. У нас, блин, жалко, мы не можем сделать демонстрацию экрана. У нас появляются игровые статусы внутри в виде карьерной лестницы. И у нас будут статусы новичок, потом следующий статус партнер. Слушай, мы можем загрузить просто картинку сюда и выключить камеру, загрузить картинку и голосом объяснить. Да я думаю, что не видно. Я потом видео лучше запишу, просто на канал выложу. Короче, у нас появляются игровые статусы, как карьерная лестница. Вот. И люди, которые будут достигать самых больших статусов, мы будем, соответственно, признавать и будем записывать с ними интервью. И это люди будут делиться да, то есть своими фишками и лайфхаками, как они закрыли, да, то есть какая стратегия у них, еще что-то. То есть у нас, по сути дела, сейчас будет такая внутри заруба наставников, да, то есть кто какую стратегию предпримет со своей командой, да, то есть и какая стратегия будет самая эффективная. Вот, и нам даже самим интересно, да, то есть это вопрос о выборе стратегии. Чтобы выбрать правильно стратегию, в этой стратегии есть много вводных, да, то есть которые нужно знать и понимать, на какое количество вы заходите, на какое количество люди будут заходить, да, то есть... С командой вы или без, под сильным вы лидером или под слабым, какой у вас бюджет, как долго вы хотите качать, вы хотите прибежать, по-быстрому заработать и убежать, или вы хотите действительно сделать работу, создать себе пассивный источник дохода на долгое время. Из-за этого невозможно однозначно сказать, по какой стратегии лучше заходить. Для того, чтобы определиться с стратегией, вам нужно понять, как работает маркетинг. Мы постараемся до запуска выложить видео объясняшки, чтобы вы лучше понимали, как работают клоны. Я вижу по комментам, что многие до конца не понимают. Это очень крутой инструмент, которого не было в нашем предыдущем маточном проекте PostGame. И вы действительно ощутите офигенный эффект от клонов. Вот сейчас поступил вопрос, будем ли мы видеть структуру вниз вверх. Да, вы видите структуру вниз, а вверх вы видите структуру только своего вышестоящего куратора. Так, там был еще вопрос важный, ребят, важный вопрос, как оплачивать. Можно ли оплачивать MetaMask, Trust Wallet? Нет, нельзя. И важно понимать, есть разные блокчейны. Есть блокчейн Ethereum, есть блокчейн Binance Chain, есть блокчейн Tom.
и они разные. Если у вас, вы купили тоны на сети Ethereum, да, либо в протокол ERC-20, или в сети Binance, протокол BIP-20, вам нужно перейти на официальный сайт ton.org. Там есть в самом низу раздел мост или бридж. Там можно перегнать тоны из эфириума, сети эфириум в сеть тон. Именно с нее нужно будет оплачивать. Вам нужно поставить тон кипер, либо тон волит. У нас на сайте есть уроки. Зайдите в обучение в Rakuten MBA, и там есть обучение по тому, как поставить, как купить, как обменять. Обязательно сейчас, пока еще мы не стартанули, изучите эту информацию для того, чтобы потом не разочароваться. Завтра, когда мы выпустим прием оплат, важно понимать, что вы оплачиваете именно с TonKeeper либо с TonWallet. Иначе, если вы будете отправлять с MetaMask, вы потеряете свои токены. Вам важно это понять и сделать все правильно. Там еще будут дополнительные комментарии для того, чтобы вы не забыли. Нужно будет отправить там, сумму, комментарий и указать адрес, на который вам выдаст система. Будут инструкции. Во-первых, как перегнать, соответственно, из одной сети в другую. У нас уже записана инструкция, она появится завтра к обеду. Вот. Плюс у нас сегодня записывается видеоролик, как произвести оплату. То есть вообще ничего сложного нет. То есть, по сути дела, один раз оплатите, и дальше уже просто будете делать это все на автомате. Сложного вообще ничего нету. Вот. Поэтому завтра все увидите, не нужно переживать. Еще раз, мы будем биться за ваш результат, поэтому не нужно переживать. Мы создадим всю необходимую инфраструктуру. Сейчас мы работаем над тем, чтобы создать максимально плодотворную почву, чтобы каждый новичок, придя к нам, чувствовал себя как дома, получил все необходимые знания, инструменты, и эти инструменты помогли ему, соответственно, и наставник. Наставник – это тоже инструмент. А здесь три наставника. То есть, по сути дела, такой 3x инструмент. И мы тоже инструменты, потому что я каждый день буду проводить презентации бизнеса, маркетинга. Каждый день у нас будут, там, я не знаю, разборы маркетингов. Мы будем рассказывать про лидеров, кто какие статусы закрыл, да, то есть будем постоянно все эти моменты освещать. Вот, то есть каждый день будем с вами на связи. Отвечаю на вопрос, да, вот, люди там пропишут. Да, можно оплачивать с любого кошелька сети Тон. То есть я перечислил популярный, да, TonKeeper, Тон Wallet, но если у вас есть другой, вы можете оплачивать. Важно, чтобы это была сеть Тон. Для тех, кто знает, либо уже посмотрел и разобрался с сроками, как купить на свабблках, на децентрализованных биржах тонкоины, да, вы можете там купить. Покупаете, перегоняете через мост в сеть Тон, и все. Мы сейчас ведем переговоры с одним очень крупным обменником, с BestChange. Вот. И ближайшие 3 недели у нас появится возможность оплачивать с фиатных денег. То есть сейчас у нас оплата тонкоины, да, то есть, соответственно, но для тех людей, кто не хочет разбираться, заморачиваться или нет времени, допустим, да, ну как это происходит, допустим, я на встрече с кем-то, да, и там он говорит, да, классная тема, что надо, куда зайти? Я говорю, вот здесь зарегайся, вот здесь оплати. Да, то есть ему нужно было установить кошелек, научить его оплачивать, как это делать. Да, то есть, но нет времени в этот момент. Можно просто оплатить будет с любой карты, с любой точки мира. То есть огромное количество... Не с любой точки мира, там страны СНГ, там около 7 стран СНГ, которые поддерживают обменник, и будет бот, через который можно будет оплатить счет на сайте. Да, то есть вот это важно понимать, что когда мы это запустим, то есть мы полетим еще быстрее, да, то есть потому что скорость распространения продукта будет еще больше, но за эти там 3-4 недели у нас еще огромное количество людей, которые выйдут просто на сумасшедшие результаты. И хочется, чтобы как раз-таки вы не боялись сейчас взять ответственность не только за себя, но и за все сообщество, да, то есть Rakuten, и показать на примере, я не знаю, кто здесь батя или кто здесь мама, показать самый лучший результат и быть примером для тысяч, сотен тысяч, миллионов людей. И поверьте мне, те люди, кто сейчас делает самые большие результаты, вы войдете в историю Rakuten, да, то есть и через год, через два, через три вас на каждой планерке будут про вас рассказывать о том, что вот самый быстрый старт, самый сумасшедший результат там, да, то есть и большая часть рынка будет ваша, потому что, по сути, вы попадаете в 1% людей, от которых все начинается. Как зарегистрироваться на платформе, взять реферальную ссылку у человека, вот, и, соответственно, зарегистрироваться под ним. Здесь в комментариях люди писали, что если у кого-то нет команды, вступайте к нам, просто найдите человека, кто уже в Rakuten, попросите, да, у него ссылку и зарегистрируйтесь. Какая сеть в TonKeeper? Сеть называется Ton, The Open Network.
Да, еще раз инструкция по тому, как перегонять через мосты, да, то есть как пополнять кошелек, у нас есть на нашем YouTube-канале. И на этом же YouTube-канале появится, соответственно, инструкция по тому, как переводить через мосты. Скорость заработка, конечно, то есть чем шире ваша первая линия, тем больше у вас глубина, само собой, но тем больше от этой первой линии будет вылетать клонов, которые будут вставать в том числе под вас. Поэтому активные партнеры здесь будут зарабатывать сотни в тысячи раз больше, чем люди, которые пришли на пассив. Это важно понимать. То есть люди, да, то есть проявляют активность, и они будут за это вознаграждены. Так, я смотрю, там, в принципе, ответы все, вопросы все одни и те же. Будет ли возможность оплатить комнату своему партнеру тонами? Да, мы сделаем эту возможность. Мы сделаем возможность оплатить тонами комнату своим партнерам. Не уверен, что это будет прямо на старте, возможно, чуть позже, но мы это сделаем. Да. Так, друзья мои, все, спасибо. Я думаю, что на многие вопросы ответили. Давайте еще раз подытожим. Завтра в течение дня появится возможность оплатить. То есть вы сможете забронировать места. Ну, то есть не забронировать, а сделать оплату и перевести деньги на платформу, чтобы потом проще было активировать. Активация столов у нас начинается с ссылочка еще раз на эту фотографию. Да, то есть она есть в нашем телеграм-канале. Да, то есть вот эта вот фотография с датой запуска. Она есть на нашем телеграм-канале. 15.04 мы открываем первые три комнаты, 16.04 9, 8, 7, 17.04 6, 5, 4, 18.04 3, 2, 1. Расстановка будет максимально справедлива. Ваши люди вас не обгонят. У вас будет всегда 24 часа, чтобы докупить эту комнату и, соответственно, выставить своих личников и тут же отбить деньги, там, допустим, либо сделать апгрейд на более дорогую. То есть это уже будет зависеть от вас, какую стратегию вы предпримете. Но еще раз говорю о том, что у нас уникальный маркетинг, аналогов которому нету, да, то есть и зачастую, да, то есть, ну, мы запустимся и будут появляться, да, то есть, но будут оригинал, есть оригинал, а будут копии, да, то есть и копия никогда не сравнится с оригиналом. То, что мы делаем, да, то есть я думаю, что многим компаниям, да, то есть которые занимаются, там, я не знаю, маточными маркетингами, ну, в основном это шараги, которые там передают из кармана в карман деньги, переводят, да, там, перекладывают, вот, мы немножечко не про это, да, то есть мы продукт, про ценность, про сообщество, про людей. Еще раз, мы занимаемся бизнесом, партнерским бизнесом, да, то есть и нам важно, чтобы наши партнеры зарабатывали и делали это максимально экологично, чтобы не было никаких проблем, да, то есть неважно, проблемы с законом или незаконом, понимаете, здесь могут быть, я не знаю, проблемы с судьбой, да, то есть, потому что все плохое, оно возвращается, да, то есть вот, поэтому нужно работать над своей кармой, я думаю. Вот так пишет, ответьте, пожалуйста, на вопрос, почему вы игнорируете тех, кто хочет зайти сразу во все комнаты. Мы не игнорируем. Депутат, напишите свой вопрос, и мы ответим. Депутат. Так, ребят, там был вопрос касаемо вывода. Да, то есть мы разобрали ввод. Вывод будет работать по следующему принципу. Вы указываете в личном кабинете кошелек свой CityTon, ставите из кошелька сумму на вывод. В течение суток деньги вам выводятся. Скорее всего, мы будем выводить чаще, чем в сутки, два раза в сутки. Вот, но это будет именно по заявке. Еще вопрос какой-то там. Как у меня мысль была. Был вопрос по поводу внутренних переводов. Да, будут внутренние переводы между кошельками. Можно будет своим партнерам переводить без проблем. Даже, смотрите, мы запустим расстановку 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, и в этот момент те деньги, которые вы заработаете, вы уже сможете вывести. Да, то есть уже в момент активации, да, то есть деньги, которые будут вам прилетать, вы уже сможете их выводить. То есть мы не ждем, когда полностью все площадки, да, то есть если выполнены условия, соответственно, есть два лично активных партнера, вы в любой момент можете ставить деньги на выплату и два раза в день деньги будут вам выходить. Вопрос от РКН, нам, к нам вопросов не будет. Я прочитал РКН как ракетон. Но мы специально сделали два сайта, на котором на одном есть прием средств и продукт, а на втором нет ничего. Нет регистрации, нет приема. И юридически мы себя здесь обезопасили. То, как принимают решение Роскомнадзор, мы до конца не знаем, потому что нам так и не дали нормальный ответ, почему
заблокировали просто гейм. Мы пытались понять, но нам дают просто размытые формулировки, а что конкретно, из-за чего, нам так никто и не объяснил. Поэтому мы не знаем, будут блокировки, не будут блокировок, надеемся, что нет. Одна из сильнейших юридических компаний сейчас занимается нашей компанией, да, то есть и готовит для нас документы, пользовательские соглашения, да, то есть и так далее. То есть то, на что РКН также обращает внимание. Вот, поэтому здесь мы юридически будем готовы, максимально защищены, да, то есть от всего, да, то есть, но что придет в голову, не знаю. Но в любом случае у нас всегда есть план Б, план С, план В, да, то есть то, что там будет блокироваться сайт, всегда будет готово зеркало, если что. Ничего страшного. Скажите, пожалуйста, предположим, я куплю все столы, у меня будут два реферала, которые также купят все столы. Сколько в таком случае я получу по партнерке и как будут работать клоны? Клоны работают как ваш обычный аккаунт, как будто бы вы под собой просто зарегистрировали еще один свой аккаунт. Поэтому с каждого клона вы будете получать начисления. Со своих приглашенных вы будете дополнительно получать партнерские вознаграждения по линейному маркетингу. В презентации зайдите на сайт Rakuten Pro, там есть презентация, посмотрите ее внимательно, там есть все цифры, сколько вы с каждого стола будете зарабатывать. Даже если самое простое взять, если даже не считая, если вы зашли на К1, К12, то есть на К1 и К12, не каждый купили, а вот К1, К12, пригласили двух, которые зашли на К1, К12, вы можете эти двух выставить, допустим, сразу же выплату и забрать там свои 16 тысяч тонкоинов, да, то есть инвестировали 8, получили 16, да, то есть если мы говорим про количество, можно их выставить там одного на выплату, чтобы отбить свои деньги условно, а второго, чтобы клоны вылетели, соответственно, ну, пожалуйста, вы сами выбираете стратегию, да, то есть структура, система максимально гибкая, позволяет вам делать абсолютно разные классные вещи и выстраивать сумасшедшие стратегии максимально эффективно. Галина спрашивает, будет ли кнопка в кабинете, живой очередь для перехода в кабинет Rakuten? Нет, не будет. Не будет. Но вы можете зайти просто под своим логином и паролем на сайт Rakuten, все аккаунты с живой очереди перенесены. Да, сейчас есть условие, что два лично приглашенных у вас должны быть активны, вы должны быть активны, да, то есть активная подписка, и у вас у двух лично приглашенных должна быть активная подписка, а вот если этого условия нет, у вас вывод денег не работает и перевод денег не работает. Что в таком случае можно сделать? Можно зарегистрировать какие-то фейковые аккаунты под собой, да, то есть нет проблем, то есть условно у вас на выводе висит 100 тонкоинов, зарегали, 2 по 5 оплатили, пожалуйста, 10 тонкоинов, то есть 2 аккаунта, с которых вылетели клоны и кому-то помогли. То есть, если вы условно не умеете приглашать, вы, пожалуйста, можете зарегать фейковый аккаунт, да, то есть, который, по сути, там нагрузки никакой не даст там, на тренар, да, то есть, и как бы нет проблем, но при этом, да, то есть, вы тем самым принесете пользу. Запомните один простую вещь, что закон вселенной, чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. Вот это важно понимать. Поэтому... Я считаю, что вот эта стратегия там, с чит-кодом, про которую ты рассказал, это, конечно, она имеет место быть, и мы не можем запретить людям так делать, но гораздо лучше пригласить двоих, и это создаст дубликацию. То есть да. То, что ты сеешь, что ты пожинаешь. Да, ты можешь просто заработать на пассиве, но если ты чуть-чуть поработаешь и пригласишь хотя бы двоих, и научишь их приглашать, у тебя пойдет большая структура, и ты заработаешь гораздо, гораздо больше, чем просто отсидевшись на пассиве. Золотые слова. Просто золотые слова. Здесь не убавить, не прибавить, понимаете? То есть, ну, действительно, если, по сути дела, система тебя выводит на результат, система тебе делает твой финансовый результат, она тебе помогает получить деньги, да, то есть, чтобы ты мог поделиться и сказать о том, что смотри, я зашел, ничего не сделал, уже получил гораздо больше, чем я вложил, да, то есть, вот это и создает дубликацию, да, то есть, это не то, что там куда-то вложить непонятно во что и непонятно зачем, да, то есть, здесь, опять же, система позволит вам, да, то есть, и отбить свои деньги, да, то есть, и еще и приумножить их в рамках нашего маркетинга. Все, друзья мои, давайте мы час времени оставим все-таки. Никто там в записи, я думаю, что не будет смотреть 1,5-2 часа. Я думаю, что более чем достаточно. Вот. В ближайшее время ждите анонсов на нашем телеграм-канале. Вот. Завтра еще раз объявим по времени, во сколько будет, соответственно, возможность оплатить в личном кабинете. Насчет пассива, Галина спрашивает, какая стратегия выгодная, она 1.12 или 1.10, 10, 10, 10. Я считаю, что для пассива выгоднее 1.10, 10, 10, 10. Вот. Но вам нужно просто сесть и еще раз разобраться с маркетингом и сами посчитать, как для вас конкретно это выгоднее. У каждого свои приоритеты. Выбирайте, решайте сами. Все, ребят, всем пока. Спасибо большое. Пока-пока. Спасибо.